вообще красиво очень. Что, она не закрывается? Не знаю. Настя, она что, не закроется? Закрывай, закрывай. Ага. Ой, все, отойди оттуда, отойди. Все, она закрылась. Все, мы поехали. Меня Настя уболтала. Мать моя, что так быстро-то? Настя меня уболтала на одну. Мама дорогая. Мама. Ой-ой-ой, как страшно мне. А куда мы там и едем-то? Да что такие окна грязные, ничего не снять. Красота. А вот там окно открыто. На автомат. Что, приехали? Нет, еще едем. Ты что? Едем? Ой, вон там так красиво. Ничего, так вообще. Душно здесь очень. Ой-ой-ой-ой! Почему? Нормально. Почему она трясется-то? Ну потому что мама тут сидит. Я бы никогда в жизни не поехала на лавочках. Ой, здесь еще на лавочках на открытых можно ездить. Мы приехали, тогда надо успеть выскочить. А нет, мы еще едем. Боже. Ой-ой-ой, я вниз смотреть не на грязное, ничего не видно. Я не буду смотреть вниз, она еще качается. Мама моя дорогая, это очень страшно. Да нет, классно. Почему мы встали? Мы не встали, мы едем, мам. Мы едем? Да. Как страшно внизу. Я потом посмотрю по видео лучше. Боже, какая я дура отчаянная. Я не... Не, все, мне одной достаточно. Господи, боженька. Только быстрее бы приехать. Ой, да классно что-то. Там что-нибудь видно, нет? Нигде. Я уши не заложила. Ой-ой-ой-ой-ой, как это высоко. Тут очень грязные окна. Я не знаю, как стекла, как показать. Сколько мы метров над землей, я не знаю, километров. Господи. Ужас. Это она вниз так быстро едет? Да. Пешком пойдем обратно. Что, страшно, что ли? Угу. Очень. Да не очень, очень. Мы приехали? Сейчас будет второй дын-дын. Да ладно, чего уж тут бояться-то, здесь не высадка. Мы приехали? Да нет, еще едем. Сколько там еще ехать-то? Это очень страшно. Очень. Да, кто нет. Боится высоты, не надо. Хоть бы стекла помыли, чтобы людям видно-то хорошо было. Таким, как не я. Я-то, мне не надо смотреть. А вон там что, дырка, что ли, в окне? Да. А, это нам открылось все... окно сейчас? Господи, что, тут, наверное, есть... Это было? Нет, это есть. Было, да, тут, наверное, есть камеры. Люди слушают меня. Да не, классно, ты че? Ой, матери божья. Давай быстрее, чтоб мы приехали и все. Мы так далеко уехали. А ты мне говоришь, вон до того столба. Если бы я знала, я бы не поехала. Сколько столбов-то этих, до которого надо приехать? Чуть-чуть. Там даже не жнеется ничего. Ой, там хоть маршрутка есть, слава богу, где-то рядом. Где маршрутка? А вон. Я спускаться даже не знаю как. Это вообще. Ой, классно. Вон облака лежат. Как
много там этих кабинок. Мам, мы еще будем ехать. Мы еще, да, едем? Я думала, это до первого столба. А ты мне что показала тут первый столб-то? Я еще говорю, так мало, говорю, проехать. Ну ладно, давай. Там проехать буквально... Это где запела? Это там машина. Говорю это... Господи, я забыла, что хотела сказать. Я говорю, ну поехали. Я думала, там проехать, ну, буквально, наверное, секунд 30 до первого столба, до которого она мне показала. Не помнила она. О, это очень... Ой, слава богу, вон там лавочка. Подо мной трещит. Ну вот со мной, вот если бы была лавочка, нас бы просто тут закрепили, и не было бы ничего. Мы бы тапки потеряли с тобой. Я бы никогда в жизнь не поехала на открытой кабине. Ты что? Я думаю, вот эти дома, там мы к ним едем, наверное. Нет? Да? Господи, слава боженьки. На автобус бы хоть поспеть потом. Знаешь, как вниз еще там, еще кручее будет ехать. Кручее? Да. Мне там, уже кручее. Там едешь, такой... Слава богу, мы приехали. Вот лавочки, покажи лавочки. Вещи. Какие лавочки? А вот на этих лавочках я бы никогда в жизнь не села. Никогда. Я бы даже вот от одной до другой лавочки бы не проехала. Все, мы приехали. С меня 8 потов сошло. Прохладненько, да. Вот они, прям вот они, облака, вот они. Я пока что вот сюда. На ватрушках катаются. Вообще красота. Ой, мама, стоит красиво. Тебе страшно очень, смотреть на это? Вообще очень красиво. И там же он еще выше, гора. Я говорю, представьте, что вы на обрыве горы стоите, делаете мах. Если не туда что-то сделаете, то все. Пойти попробовать, что ли? Вон там это селфи-палка-то крутится, кольцо. Ну. На фоне гор. Качелька. Вот качелька. Хочешь? Как будто ты над обрывом. Да, здесь уже так прям свежо. Чувствуется свежо очень. И пахнет свежестью. И да, здесь уже воздух другой. Прям классный воздух. В общем, прогулялись тут немножко, сфоткались, все. Поедем обратно вниз спускаться, а то у нас автобус. Стекла почище. О, вот здесь вот они. Вот там с медведем. Можно купить. Бургер с медведем. О, нет, спасибо. Дичь. А с оленем? И с оленем. А с лосем? Я вся взбудораженная. Меня не слышит правое ухо. Так и сделала, чтобы уже слышать. Я не знаю, левое уже нормально, а правое до сих пор заложено. Ой, мы ехали с людьми, я пыталась молчать. Не хотела кричать. Ну, без камеры, конечно. Объяснила им, что мне очень страшно. Они посмеялись. Так, мы идем на автобус. Что, тебя не тошнит? Нет, мне ухо правое не слышит. Когда вниз спускались, сильно уши заложило. Круто, конечно, я всем советую, но
опять же, говорю, тем, кто не боится высоты. Ехать это... Ой, это вообще... Ну, красиво там, там красиво. Но именно вот эта поездка вниз и вверх, это... Ох, мост Барсов. Сколько тут этих мостов. А мы с тобой здесь шли? А, вон автобусы, да, стоят? Ага, сколько времени там? Через 10 минут автобус. Через 10 минут автобус. Хорошо, у меня правое ухо нет. Они как, ну, поделала так, тык-тык. У меня вроде что-то пикнуло нормально. А сейчас нет. Саня, автобусов в обратный путь. 23.00 последний уезжает. Стоим на остановке. Ждем наш автобус. Смотрите, сколько людей стоит на автобус. Запускают по одному. Вообще не пробиться. Такие очереди, люди стоя будут ехать 2 часа. Нам тут автобус подали. Стоим, ждем, пока дверь откроют. Облака прям лежат на горах. Thank you.